Ты рада, что я очень рада. Безумно рада. Очень люблю private life. Прямо у Барухи будем теперь жить в баре. В 5 метрах от бара. И от причала, собственно. У нас стоят две большие бочки. Эти бочки будут налиты с водой. Лодка наклонится вправо. В этот момент мы натянем халиард, который идет, вот он зеленый, и сделаем угол наклона лодки где-то порядка там, 10 градусов. Когда вода начнет с тайда уходить, мы будем уже наклоненные стоять в эту сторону, и мы просто ляжем на пирс, будем стоять на киле, уже наклоненные туда, куда нужно. Ну, Диана, у тебя есть теперь свой бассейн, смотри. Ух, какой, почистить просто надо. Вот, друзья, и настал тот прекрасный момент, когда мы осушили нашу лодку для ремонта дна. Это на самом деле просто кошмар яхтсмена, просто ад. Я сейчас пройдусь с камерой вокруг и покажу, как это все, но постановка на киль достаточно такая стрёмная штука, потому что два раза в день прилив-отлив, и при установке на отливе лодка достаточно сильно лупится об дно, а дно на самом деле коралловое, поэтому, ох, кошмар. Но сейчас я все покажу. Итак, поехали. Как мы закреплены, я уже показывал. У нас есть две веревки, которые идут с носа. Вот то, как сейчас это выглядит сверху. Точка контакта у нас одна. Мы лежим бортом на пирсе. Вот он, борт. Сзади это тоже... I will go. Сзади мы висим очень высоко и прикреплены на веревке, которая корму держит, и стоим сзади на переруля, или по-английски радар. Итак, поехали вниз, и на весь этот кошмар мы посмотрим. Итак, поехали. Вот сейчас у нас тут рабочие, которые смотрят, что делать с боутрастером, который не работает. Hi guys! Many barnacles are there. Yeah. You need when you start Monday, huh? Yeah, I think on Monday. But you give Peter head. Yeah. I spoke with Peter about that. Hakuna Matata. You see, it's still a little bit of anti-fouling on it. Not so bad like it could be. Итак, поехали. Вот так выглядит дно лодки. Вот мы стоим сейчас на киле. Вот наш киль, такая вот тяжелая бульба, и он стоит на дне. Это безопасно, мы уточняли у Бенито, они сказали, что сделать так можно, никаких проблем нету. Вот это мы заросшие, наш пропеллер. Я сейчас показываю, как это выглядит все, когда заросшее, и потом покажу, как это будет выглядеть все чисто. Пропеллер складной. Еще даже работает. Вот это дырки забора воды, тоже нормально. Cell drive. Крутится. То есть это даже несмотря на то, что оно такое заросшее, оно еще абсолютно нормально работает. И вот мы стоим на радаре, или как он там называется, переруля. Вот. Высота. Все над водой. Сейчас отойду немножечко подальше, покажу, как это все выглядит издалека и со стороны. Do you know what paint this is? No. It's factory paint. I can ask in Benito if you want. Is it good? Not bad. Yeah, it's 4 years already, I think. Вот. Никогда так лодка у меня не стояла. Этот первый раз. Я думаю, что для этих типов лодки это тоже первый раз, когда она так поднята. Так что у нас есть огромный опыт.